Друзья, привет! Сейчас поедем с вами на тренировку брусьев с дополнительным весом. В данном случае это будет 24 килограмма. Тренировка направлена на увеличение количества повторений. Не знаю, пройду ли я всю эту тренировку, потому что сейчас воскресенье, 8 утра, у нас уже 28 градусов тепла и прогнозируют 33 градуса. Это будет очень тяжело, но надеюсь, я все пройду тренировку, покажу вам, вы почерпнете для себя что-то полезное или, может быть, вообще будете повторять эту тренировку на постоянной основе. Поэтому обязательно смотрите до конца и поехали дальше. Сейчас 10 минут разомнемся на скакалке, сделаем суставную разминку и приступим к тренировке. Скакалкой закончили. Сейчас сделаем суставную разминку и приступим к основной работе. Ну что, размялись. Сейчас будем делать основную работу. Отжимания на брусьях с дополнительным весом 24 килограмма. Вот гирька. Будем делать 5 подходов в отказ нон-стопом. Это важно. Именно нон-стоп. Отдых между подходами 3-5 минут. Буду смотреть по самочувствию, по восстановлению. Не знаю, сколько я отожмусь. Думаю, первый подход будет в районе 50 раз. Дальше как получится. В общем, следите. В любом случае, вы сейчас все увидите. Погнали! Раз. Сделал меньше, чем обычно, наверное, из-за большой жары. У нас сегодня плюс 30. Фух, обычно делаю 48, 49, 50, 51.
Ну ничего, посмотрим, что будет дальше. Три раза с половиной. По чуть-чуть спускаемся вниз. Вроде 41, уже сбился со счета. Один раз. Итак, основную работу выполнили. За 5 подходов нон-стопом с гири 24 килограмма получилось сделать 207 раз. Хотя на прошлой тренировке я сделал 230, что доказывает, что в каждом подходе сегодня я делаю на 5 раз меньше в среднем. Но в силу жары, я думаю, это результат неплохой. Сейчас добавим на добивку несколько упражнений. Это будут обратное отжимание от скамьи 100 раз и 100 подносов ног к перекладине. После чего 10 минут скакалки, и можно завершать тренировку. Так что погнали дальше. Ну вот, подошла к концу моя тренировка. Теперь вы знаете, что я делаю на брусьях с отягощением. Я бы еще отжимался с гири 32 килограмма, но у меня ее попросту нету. В целях у меня ее приобрести и дойти до результата 50 раз нон-стопом с гири 32 килограмма.
Тренировка заняла 50 минут, что, в принципе, нормально для тренировки с отягощением. Не знаю, понравится ли вам такой формат. В принципе, я могу снимать больше видео о своих тренировок, потому что каждую тренировку я стараюсь делать разнообразно. Возможно, в следующий раз я сниму видео с собственным весом, более объемную, которая более продолжительная. Она идет где-то 1.5-2 часа, я занимаюсь на тренировке с собственным весом. Но вообще, пишите в комментариях, на какую тему заснять видео. Возможно, вы хотите, чтобы я больше рассказал о себе. Но я буду благодарен, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Это поможет моему развитию. Ну и всем пока. До скорой встречи.